Друзья, я вас приветствую. Сегодня продолжаем пробовать линейку водок Barrister. Водка Barrister Simple Malt. Сравним их всех сегодня. На обзоре уже была гречишная, ржаная. Обе шикарные водки, особые такие, вкусовые. То, что я люблю. Давайте вскроем эту. С бутылки чистый водочный аромат. С лафитника абсолютно то же самое. Чистый водочный. В предыдущих, в ржаной и в речишной, там било и из бутылки в нос, и с лафитника. Здесь чистый водочный. Пробуем. Ваше здоровье. Можжевельник больше ощущается, чем в тех двух предыдущих, в гречишной и в ржаной. Читаем состав информации, друзья. Barrister, оформление. Водка, Simple Malt. Алкоголь 40, объем 0,5. Так, состав. Вода питьевая исправленная, спирт люкс, зерновой солодовый, настой ячменного солода, ароматные спирты можжевеловой ягоды, ячменного солода, дистиллят зерновой. Вот тут смесь ретификата и дистиллята, друзья. Угу. Здесь получается спирт зерновой солодовый, настой ячменного солода и... дистиллят зерновой. Интересно. Да, вот сейчас, ну, можжевеловая ягода, да, в составе. И сейчас я чувствую на послевкусие можжевеловую ягоду. То, что обращал сразу я внимание, то, что в тех было меньше можжевельника. Может быть, из-за того, что там была ярко выражена гречиха и бородинский хлеб, друзья. Так, напомню, что гречишная тоже была на люксе, это тоже на люксе, друзья. Ржаная была на альфе. Чистый водочный аромат, друзья. Ну и солодовый здесь прочувствуется немного на послевкусии. И можжевельника немного, но я бы ее больше отнес бы к классической водке, чем к особой. Ну, может, 50 на 50, она, кстати, как заявлено. А водка особая. Водка особая. Ну, повторюсь, мне на вкусе можжевельник, потом солод опускается хорошо, приятно, согревает. Хорошая водка. Под любую закуску подойдет. Немножечко закушу. Друзья, брал я как по цене, как и те предыдущие две. В районе 500 рублей, там 490 или что такое, 500 рублей. Давайте их сравним, друзья. Давайте солодовый. Simple Malt первая будет. Thank you.
Так, баристер водка Simple Malt, друзья. Будем. Угу. Можжевельник, можжевельник. Вот язык немного щипает. Можжевельник. Из них трех больше всего здесь чувствуется. И потом опускается солод на послевкусие тоже. Угу. Так, давайте дальше. Лафитник сменим. Ржаная, друзья. Ну, здесь с бутылки даже. Если в Simple Malt там с бутылки запах водочный идет, а здесь в ржаной прям бородинский хлеб, тмин. Будем, друзья? Баристер ржаная. Хороша. Хороша. Именно то, что я люблю. Настоящая особая хлебная бородинская водка. Так, поехали дальше. Меняем лафитник. Гречишная, друзья. Баристер гречишка. Все водки на обзоре, друзья. Я ссылки добавлю. Ну здесь прям гречка сшибает в нос. Будем, друзья. Да. Что ржаная, что гречишная, здесь прям отлично, отлично. Все три водки достойные. Достойные. Что гречишная, что ржаная. И наш сегодняшний экземпляр — это Simple Malt. Если мое мнение сугубо личное, как обычно, разделить их по категориям, я бы первое место дал бы гречихе, второе ржаное, третье Simple Malt. Это как бы личный рейтинг. То, что именно сейчас в моменте я прочувствовал. Здесь они именно водки особые-особые. И здесь выдает их здесь гречку, здесь бородинский хлеб, тмин. Здесь вот они бочки нарисовали. Ну, это отсылка типа к дистилляту, да, висковые нотки. Ну, повторю, здесь всего... можжевельник есть везде в составе, но больше всего он чувствуется здесь. Ну, как обычно, друзья, сугубо личное мнение. Пробуйте, водки очень достойные, отличная линейка. Ладога молодцы. Доволен продукцией данной. Вот этими тремя водками. Отличные. Ну, особенно вот эти две я отдал бы предпочтение. Это зайдет под все, под закуску, но можжевельник здесь больше всего чувствуется. Сугубо личное мнение, друзья. Давайте прощаться. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все ссылки в описании, друзья. Телеграм, Дзен, чат в Телеграме. Общаемся с ребятами. До встречи. Пока.